Профилактические беседы, ежедневный обход и прием граждан, выявление правонарушений. И это только часть работы Вадима Махаева. Он уже не первый год ответственно несет службу в Голицынском отделе полиции. Ну, в первую очередь, помогать гражданам. Если человек действительно оказался в беде, нужна помощь ему. И некому, как, соответственно, полиции помочь. Даже не в тех ситуациях, там, в отношении него совершено преступление, люди приходят с разными проблемами, там, бывают семейные какие-то и что-то, ну, то есть, даже не входит в нашу компетенцию, но совет тот же дает какой-то результат людям. Примером для Вадима всегда был его отец, полицейский. Поэтому и с выбором профессии сомнений не возникло. В 2006 году он поступил в Московскую школу милиции. Позже отучился на курсах административной деятельности. В профессии уже более 17 лет. Благодарность от горожан только подстегивает работать лучше, уверен Вадим. А силы для новых свершений дарят родные. Вдохновение, силу, конечно, от семьи. Семья понимает, поддерживает, ну, что работа сложная, трудная. Служба занимает большую часть времени, но для близких Вадим находит его всегда. Семья относится с пониманием, жена сама сотрудник полиции, а средний сын мечтает пойти по стопам отца, но только планирует связать свою жизнь со спецназом. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».